возвращаешься из туалета, а еда тебя уже ждет. Повезло, что принесли что-то. По мне, Бадди Холли неважный официант. Может, надо было сесть в секторе Мерлин Монро? Который? Тут две Монро. Не согласен. Это Мерлин Монро. А та Мэми Ван Дорен. Я не вижу Джейн Мэнсфилд. Может, у нее сегодня отгул? Забавно. У меня бывают моменты. Как насчет беседы? Тема есть. Хотя тут... Ты вроде хороший человек, я не хочу тебя обижать. Не похоже на стандартный бездумный трёп едва знакомых людей. Кажется, тебе правда есть что сказать. Ну да, вроде есть. Только сперва обещай, что не обидишься. Нет, нет, нет. Такие обещания давать нельзя. Я же не знаю, что ты скажешь. Так что давай говори мне, что хотел. Возможно, моей естественной реакцией будет обида. Тогда я нарушу слово, пусть и невольно. Ладно, замнём. Нет, невозможно. Забыть что-то настолько интригующее – это тщетная затея. Ты уверена? И потом, забавнее сказать, когда есть запрет. Ладно, убедила. Что ж, получи. Как тебе история с Антуаном? Что за Антуан? Тони, темный ужас. Ты знаешь. Он выпал из окна. Можно сказать и так. А можно сказать, что его выкинули. Если точнее, его выкинул твой Марселос. А еще можно сказать, что он сделал это, выкинул его в окно из-за тебя. Это факт? Нет, нет, это не факт, только слухи. То, что я слышал. Кто сказал? Ребята. У них язык без костей. Это точно. Это точно. Не стесняйся, Винс, что еще сказали? Ну, я не стесняюсь. Что? На интим намеки? Нет, 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 нет. Сказали, Антуан делал тебе ножной массаж. И что? И ничего. Это все? Так говорят, что Марселос выкинул Тони из окна просто из-за массажа. Угу. И ты поверил? Ну, когда мне сказали, это показалось логичным. Марселос сбросил Тони с 4-го этажа за массаж. И это показалось тебе...